Соответственно, представлять себе, что эти конфликты будут урегулированы вот-вот быстро, потому что люди как-то, я не знаю, настолько изменятся, мне сложно. У меня остался, я прошу прощения, ваш вопрос, он не совсем, так сказать, в курсе этого, но будем считать, что это внутриполитические события, да, вы имели в виду самоуправление. То, что было разработано поначалу, вот, реформа самоуправления, она выглядела как революционная, хотя в нашей стране несложно было выглядеть как революционная, потому что самоуправления не было до сих пор. Да, так что введение самоуправления было бы революцией в этой области. Ну, очень мощно пообстригли проект, согласен. Пообстригли его очень мощно на самых, так сказать, разных уровнях. Да? Начиная еще кабинеты в исполнительной власти, потом парламентские дела, потом демарш патриархии и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, что, ну, по крайней мере треть, на самом деле, наверное, больше и осталось. И все-таки я считаю это шагом вперед. Я понимаю вашу озабоченность. И в отношении Ахалкалаки, и, допустим, в отношении Мэнеули. Очень жаль, что этого, так сказать, не получилось. Очень жаль, что не получилось там с региональными этими, как его, делами, потому что все равно в этом направлении идти. Но, тем не менее, я повторяю, это надо все-таки оценить как шаг вперед. Да, в какой-то момент можно было поднять, так сказать, бунт на корабле. В результате этого бунта мы бы оказались, так сказать, за бортом, а от законопроекта осталось бы еще меньше. Так что тут, ну, политика, так сказать, искусство достижимого. Да? Вот чего удалось достигнуть на данном этапе. Вот так. Спасибо огромное всем. И спикер, и аудиторию за сотрудничество. Я много чего узнала, но еще появилось больше вопросов насчет Армении, Грузии, насчет Южного Кавказа. И благодарю, что мы почти все аспекты, даже поговорим насчет всех аспектов, о которых вы хотели говорить. Фонд Био ждет вас 26 февраля. Будет дискуссия, настоящая дискуссия на тему. Что значит настоящая? А это больше на тему местных выборов. И я очень рада, что мне посчастливилось вести этот вечер. Спасибо вам огромное. Всем 26-го. Спасибо. Спасибо.